Друзья, приветствую! Сегодня с вами будем разбирать мелодию из кинофильма «Титаник». Для начала я ее сыграю, для того, чтобы вы имели представление, какая у нас аранжировка предстоит для разбора. А потом вместе с вами нота за нотой, аккорд за аккордом выучим и будем ее играть. Всего доброго, приятного прослушивания! Итак, приступаем к видеоразбору мелодии из кинофильма «Титаник». Зажимаем для начала на второй струне первый лад, на пятой струне третий лад. Щипаем одновременно две эти струны. После этого на четвертой струне зажимаем второй лад, щипаем отдельно четвертую струну, потом отдельно третью струну и вторую струну. Она у нас уже зажата указательным пальцем на первом ладу. Далее, безымянный палец левой руки мы переставляем на третий лад шестой струны и щипаем одновременно шестую струну и вторую струну. Вторая струна открытая. Теперь на второй струне первый лад зажимаем, щипаем вторую струну, третью струну открытую и убираем указательный палец, щипаем отдельно опять вторую струну открытую. Далее, опять безымянный палец переставляем уже на четвертую струну. С шестой перекинули его на четвертую, на третий лад. Щипаем вторую струну открытую и четвертую струну, зажатую на третьем ладу. Первый лад на второй струне. Второй лад на третьей струне. Третий лад на второй струне мизинцем зажимаем. Безымянный палец снова возвращаем с четвертой струны на шестую струну, на третий лад. Щипаем две струны. Открытую первую и шестую струну, зажатую на третьем ладу. Открытую третью струну. Третий лад на второй струне мизинцем. Первый лад на второй струне. Теперь безымянный палец с шестой струны переставляем на пятую струну, на третий лад. И щипаем пятую струну вместе со второй струной. Она у нас уже зажата на первом ладу указательным пальцем. Второй палец на четвертую струну, второй лад. Открытая третья струна. Первый лад на второй струне у нас уже зажата эта ноточка. Безымянный палец переставляем на шестую струну, на третий лад. Открытая вторая струна вместе с шестой, зажатой на третьем ладу. Первый лад на второй струне. Открытая третья струна. Третий лад на второй струне мизинцем. Указательный палец на шестую струну на первый лад. Плюс третья струна открытая. Безымянный палец на третий лад пятой струны. Открытая четвертая струна. Опять пятая струна. Она у нас уже зажата на третьем ладу. Потом третий лад мы освобождаем с пятой струны и зажимаем на шестой струне. Щипаем шестую струну, на пятой струне второй лад, открытую четвертую струну и снова пятую струну, она у нас уже зажата на втором ладу. После этого мы прыгаем в самое начало и еще разочек играем этот отрывок, который только что с вами разбирали. Я сейчас медленно наиграю, если вы уже его освоили, можете вместе со мной сыграть. Двигаемся дальше.
На второй струне первый лад. И заранее можно зажать на четвертой струне второй лад. На третьей струне тоже второй лад. Соответственно, средним и безымянным пальцами. Играем одновременно две струны. Пятую и вторую. Четвертую отдельно. Третью отдельно. Четвертую. Далее зажимаем на шестой струне третий лад, можно средним пальцем, и третий лад на второй струне можно мизинцем. Заранее можно зажать еще на пятой струне второй лад указательным. Щипаем одновременно две струны, шестую и вторую. Пятую струну, четвертую струну, третью струну открытую. Вот четвертая и третья у нас были открытые струны. После этого мы переставляем мизинец на первую струну, на третий лад. А на четвертой струне третий лад зажимаем безымянным пальцем. Щипаем эти две струны, первую и четвертую. Второй лад на третьей струне. Первый лад на первой струне. Открытая первая струна. Далее мы зажимаем на второй струне третий лад мизинцем, а безымянный палец на шестую струну на третий лад переносим. Играем две эти струны, шестую и вторую. Открытую третью струну. Открытую первую струну, первый лад на первой струне, открытую первую и пятые струны теперь, второй лад на четвертой струне, третий лад на второй струне, первый лад на второй струне, открытая вторая вместе с шестой струной, зажатой на третьем ладу, первый лад на второй струне, открытая третья струна, третий лад на второй струне мизинцем. Потом одновременно зажимаем второй лад на третьей струне и первый лад на шестой струне. Третий лад на пятой струне, третий лад на четвертой струне. Соответственно, безымянным и мизинцем. Снова третий лад на пятой струне. Освобождаем все пальцы. Играем открытую шестую и открытую третью одновременно. Второй лад на пятой струне. Второй лад на четвертой струне. И потом смотрите, что мы с вами делаем. Мы вот этим пальцем на левой руке безымянным отщипываем четвертую струну. Это называется лига. Будет у нас этот такт 16 звучать следующим образом. Обратите внимание на аппликатуру левой руки. После этого снова играем как бы вторую часть сначала. Указательный палец на вторую струну первый лад. Заранее можно поставить на четвертой струне второй лад средний палец и второй лад на третьей струне безымянный. Щипаем одновременно вторую и пятые струны. Четвертую отдельно, третью отдельно, снова четвертую отдельно. Потом второй палец мы перекидываем на третий лад шестой струны, а мизинец ставим на третий лад второй струны. Щипаем одновременно шестую струну вместе со второй струной. Шестую и вторую. На пятой струне второй лад указательным пальцем, открытую четвертую, открытую третью, мизинец переносим на третий лад первой струны, безымянный добавляем на третий лад четвертой струны. Одновременно щипаем эти две струны, четвертую и первую, третью струну на втором ладу зажимаем, щипаем третью струну, первый лад на первой струне, мизинец убрали и указательный подставили. Открытую первую струну, теперь мизинец на второй струне третий лад, безымянный, на шестой струне тоже третий лад, одновременно щипаем вот эти две струны, вторую и шестую, открытую третью струну, открытую первую струну, первый лад на первой струне, убираем пальцы, открытую первую, открытую пятую, одновременно щипаем, второй лад на четвертой струне, третий лад на второй струне, первый лад на второй струне, открытые вторая и шестая струны, первый лад на второй струне, открытая третья струна, открытая вторая струна, третий лад на четвертой струне и открытая вторая струна, первый лад на второй струне, второй лад на третьей струне, третий лад на второй струне мизинцем, третий лад на шестой струне и открытая первая одновременно. Третья струна открытая, на второй струне третий лад, на второй струне первый лад. Указательный палец оставляем на месте, безымянный с шестой струны перекидываем на пятую струну, одновременно щипаем две струны, вторую и пятую, вторая зажата на первом ладу, пятая на третьем ладу. На четвертой струне второй лад, открытую третью струну щипаем,
Теперь такой еще ход. По третьей струне вторым пальцем вот так вот ударяем. То есть в правой руке не щипаем. Потом играем вторую струну на первом ладу зажатую. Ударяем по третьему ладу. Или мизинцем, или безымянным, как вам удобно. Открытую первую струну. Опять ударяем по первой струне по третьему ладу. И потом играем такой аккорд. На первой струне пятый лад. На второй струне пятый лад. Соответственно, мизинцем, безымянным. На третьей струне четвертый лад. На пятой струне третий лад указательным. И вот такой у нас получается аккорд. Теперь давайте вместе с вами последнюю строчку сыграем еще разочек, начиная с 21 такта. И обратите внимание, как последние такты я буду играть, когда будут у нас залигованные ноты. Играем с 21 такта. Вот так вот надо ударить. Очень важно попасть на струну. Видите, даже я сейчас не с первого раза попал. Надо будет поработать, отработать этот фрагментик. Все. На этом у нас видеоразбор закончен данной мелодии. Желаю приятных репетиций. Качественно, чтобы у вас все звучало. Благодарю за просмотр. Если он вам понравился и вы разучили эту мелодию вместе со мной, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я, как всегда, желаю вам мира, добра, всего самого наилучшего, благополучия, любви и здоровья. Пока-пока!